She represents the United States. Ladies and gentlemen, a nice welcome please for Samantha Cesario. Ну вот и Саманта Цезарио. И не зря сейчас, не случайно, точнее, ее так тепло принимают американские зрители, потому что она очень-очень достойно выступила в короткой программе, и вы видите, для того, чтобы обойти Кореянку, ей нужно набрать 111,5 баллов, да, в нынешнем сезоне она еще не добиралась до этой отметки, но и сезон-то только-только начинается. Кстати, Финляндия трофи, турнир Веспо, в стране Суоми, для Саманты Цезарио оказался очень успешным, она была там второй, кто первый, напомните. Сегодня увидите. Ритбергер. Ойлер Сальков. Посмотрим, что скажет арбитры. Что уж тут говорить, да, может быть, не было того защитного продукта недокрутанного.
в Ридбергере. Каскада, что в короткой программе, здесь два стоял на тройной сбивку, прилепляла лишь двойной тулуп, но в целом Саманта Цезарио очень тепло принимает американская публика, а как иначе. Кстати, попробуем переплюнуть в Москве всех наших с подобным приемом. Даже не дай бог, если они будут не очень удачно кататься. Мне кажется, достойная цель. Так вот, очень душевно прокаталась Саманта Цезарио. Для того, чтобы обойти Союн Парк, я уже говорил, ей нужно набрать 111,5. Учитывая, что она каталась дома, учитывая, что она каталась позже, учитывая, что она прокаталась в целом очень и очень хорошо. Реально. В особенности в оценке за компоненты ей могут судьи поставить повыше, чем Кореянке, потому что по технике это сейчас становится очевидным. Саманта Цезарио проигрывает. И если так дело пойдет и дальше... Так, это что у нас, лосс был? Я отвернулся на монитор с оценками. Если так, то там сейчас арбитры не поняли, что за ребро. Вот на флипе все поняли, на тулупе даже не думали. Не африканцы. Так вот, но Малуцки поставили восклицательный знак не потому, что он им понравился, а вовсе даже и наоборот. Да, за технику Цезарио уступает Кореянке, за компоненты ее же превосходит. Так что у нас было после короткой с Самантой Цезарио и Союн Парк. У Цезарио было на 3 с лишним балла больше. В общем, выиграет, наверное, американка. Ну и, наверное, заслуженно. Яркая программа. И сама спортсменка хорошо. Джонни Вэйр в Ванкувере ходил в куртке с надписью «Россия», несмотря на то, что являлся членом американской сборной. Может, потому и не выиграл. Выиграл все-таки американец. Итак, оценки. Оценки Саманте Цезарио, которая в случае, если кто-то из лидеров оступится, может попробовать зацепиться за тройку. Пока это 174,58, она первая, она выходит в лидер.